рядом с охранниками автосалон детских электромобилей. Мне это нравится намного больше, чем гоночные машины, потому что у меня хватит денег только на такой автомобиль. Но зато у ребят такая коллекция машин, что даст фору некоторым машинам, которые ездят по городу Одессе. Кстати, в открытии у них тоже BMW, джипы, маленькие джипы, открытые джипы, блестящие джипы, не блестящие. Ребята еще не успели покрасить диски, как другие участники, но они только готовятся, не стесняйтесь, подходите к ним. Если вы пришли к нам с детками, я думаю, им понравятся наши машинки. Мы сейчас узнаем у ребят, будет ли у них тест-драйв для детей.